Талгат, у нас здесь
этот субботаж. Ничто, опять мы здесь кайфуем, танцуем, песни поем. Народ потихоньку собирается, подтягивается. С каждым субботажем нас все больше и больше становится. По субботам и воскресеньям. Хотя сегодня тоже приходили, выгоняли нас отсюда, не смогли выгнать. Вот, должен бронзячевич. Ассаламу алейкум, казак эли. Оян казак, оятуга тырсам. Масқара ғой, казак бола жығылсаң. Дақ келтірме, казак деген есімге. Менің айтқан сөздерімді ұлсаң. Қайда қалдың, қарақтай, қаптағанда жұмылсаң, орныңнан тұр, көзіңді сәлде болса ұғынсаң, елдігің мен ерлігіңе сын болар, қазақ бола тізебеге жығылсаң, халқым мұнау, көзің көрмей барады, шенеуліктер бұқараны тонады, тәуелсіздік мұна қазақ елімді, коррупция деген әдет басып барады. Оян, қазақ, көтер басты! Бір айтарым бар менің, ауызыңды жап, үндеме, сорлы қазақ қорқақтап, шықпа үйден, күнде де, патша жасап патшайым, ойламайтын жатчайын, айып пұлмен чешеме, міне басым қақтайын, қорқытумен келеді, үнсіздікті дәріптеп, қайда батыр кешегі, айтатын зарын әріптеп. Қорқпаймын өлімнен, айрылмаймын төрімнен, жерім үшін қаншама, бабам қаны төгілген. Керек емес патшасы, өз халқына бойламас. Керек емес елбасы, өз халқына бойламас. Исатайша айтайын, махамбеттей байқайын, естеймісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын. Қорықпаймын биліктен, активистке киліккен, елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен. Шығып жатыр сүрелең, назы жүрек күйіктен. Оян айық жігіттер, күресейік билікпен. Молодец! Здесь, конечно, КНБшники уже присмотрели его. Сыны джигиттер, один джигиттер, такие грамотные, такие молодые, умные. Ишнен прямо гулен шарватер, да? Он у нас вообще ахын. У него прям изнутри это все выходит. Но тут, конечно, присмотрел один КНБшник. Но сейчас я вам покажу его, он сзади. Этот человек у нас ходит здесь и все потихонечку снимает, а потом, конечно, сдает. Вот наш Ансар Конгай. Шушылдар шыққан кезде шушылдар мен неге бірікпедің дейді. Сөзде
Алла өзі айтты ба, шыншылдармен бірге болыңдар деп. Қайда болсында шыншылдармен болыңдар деп. Шыншылдар міне жүр. Өмірге келеміз, кетеміз. Ерте кетеміз ба, жай кетеміз ба. Өлімден қорқпауымыз керек. Ең басты өмірімізді қалиман құрыппасан болды. Зато шыншылардың арасында шыншылдар тұрақсыз жәннатқа кіреді. Енді біздің билікке дін керек кезінде қолданды. Қазір бәрі магазин, бәрі ашық. Именно осы мешіт қана жабық. Неге мен оны білемін дегенмен? Өйткені мұсылмандар дұға жасап қоймасын дейді. Біздің қару-жарақтардың бәрін жинап алды. Бізде тек мұсылманның қаруы дұға дейді. Сол дұғамыз ғана қалды. Сол дұғадан қорқады бұлар. Оянайық, елімізді, жерімізді сатпайық. Красавчик, молодец. Менің туған туысқандарымның бәрі патриот, соны айтып қояйын. Бізде ұйықтап жатқан халық жоқ. Бәрі ұйық. Так здесь у нас встречаются каждую пятницу. Вообще мы должны были все встречаться в субботу. Но у нас получается, что суббота и воскресенье коронавирус почему-то активизируется. А остальные дни нормально он работает, отдыхает, не знаю, что. Именно суббота и воскресенье у нас коронавирус прямо активизирует, начинает людей заражать всех. Вот. Сейчас я вам еще одну. Сахиб Галиевна, здравствуйте. Сахиб Галиевна, ну-ка поговорим. Наша легендарная Сахиб Галиевна. Пойдемте сюда. Патриотка с большим стажем. Горжусь, отстояли, они не смогли вас выдавить 8-20. Я сегодня видела, да, нас хотели выгнать, да. Же. Человек, что Аким, полиция, какие они злые. Аким приходил даже? Да, да, да. Аким, а кстати, этот Аким, он 6 июня был на этом, на митинге в этом. Беседки. Он стоял, смотрел, как нагло вот эти... Милиция, полиция, твари, КНБшники душили наших активистов. Очень злой человек. Очень нехороший, очень злой человек. Алмалинского Акима уволить с работы. Как ваши дела? Отстояли мы здесь. Ой, как мы здесь закричали. Кричали. Кого сегодня выступали? Не знаю, не в курсе. Алматы молодцы, но мы предлагаем, чтобы в каждом поселке собирался такой же шумотаж, субботаж каждую субботу. В вашем парке, в каком городе вы ни находились, с 7 вечера до 10 вечера, неужели вы не можете вот так собраться и все вместе петь песни, танцевать? Каждый город, делайте такой же субботаж. Сейчас, да, надо сбежить. Все, 10 часов вечера. Мы расходимся, всех ждем. В следующую пятницу, 7 часов вечера на субботаже. Приходите с хорошим настроением. Распиваем. Всем привет. Как вас слышно?
Мы соблюдаем порядок. Блютуз, кто подключит? Отключите блютуз. Блютуз подключенный чей-то. Сюда подойди. Я раньше. Этот перемен поставь все и все. Да, вот, нет, здесь не нет, здесь подключены чей-то. Амин, бельмин. Все, пахнет костово. Давай. Амин, заряд. Ой, вы батарейка садится. Пошла? Сейчас подключите. Невозможно подключиться. Чей-то блютуз включен. Чей-то блютуз включен. А, девушка, где это? Чей-то блютуз включен. Чей блютуз сюда подключен? Давайте, сюда. Давайте фото на тихо. Да, подождите сейчас. Чей-то блютуз включен, отключите его. Все, у меня уже закончилось. Давайте.